Друзья мои, всем привет! Приветствую на канале. Сегодня хочу делать салат из редьки. Я, кстати, недавно выпускала его, но немножко напортачила технически. Вот. И сегодня у меня еще появился один ингредиент в этом салате. Поэтому снимаю заново. Основной компонент – это редька. Редька зеленая. Можно заменить на дайкон или редис. Но отлично подходит редька зеленая. Она не такая забористая, как черная. Вот, более сочная. Так, две морковки. Ну, редьки должно быть больше. Два огурчика. Я имею в виду, чем остальных ингредиентов. Сегодня у меня будет полугорький перец. И один у меня сладкий перец. Ну, также нам понадобится лимон, кинза, чесночок. Из приправ я буду использовать вот такая у меня монреаль стейк, но фактически там чеснок, черный перец, красный перец и розовая соль. Это можно все по отдельности. Также мне понадобится растительное масло, ну, соль и, собственно говоря, терка. Корейская терка для корейских блюд. Ну, можно резать, конечно, вручную. Итак, сначала начинаем с редьки. Именно с редьки трем на терке. Друзья, часть редьки я потерла, часть редьки я порезала, там остатки. Теперь мы что делаем? Перво-наперво мы подсаливаем нашу редечку. Чуть-чуть вот так, не пересолите. У нас еще будет соевый соус добавляться. И вот так перемешиваем тщательно все это. Можно руками. Вот. И оставляем. Пока будем заниматься другими овощами, там полчасика, пусть редечка у нас пустит сок. Друзья, смотрите, редька у меня внизу как бы солью маринуется. Здесь порезала вручную огурчик. Потерла и порезала морковочку. Также перчик мелко-мелко покрошила, не терла. И кинзочку порезала по 2 сантиметра. Чеснок я раздавила ножом и покрошила. Так, теперь я вот эти овощи все не солю, потому что редька у меня соленая. Так, что я делаю? Единственное, что я делаю, вот эту приправку, вот одну, скажем так, одну чайную ложечку, нет, наверное, две, что-то маловато, вот так, с черным перчиком добавляю. Много не добавляю, потому что у меня здесь полугорький перец. Я хочу поострее, поядренее. Дальше что я делаю? Соевый соус. Начинаю добавлять соевый соус, сбрызгиваю. Так. Два. Ну, немного. 5 ложечек будет достаточно. 4, ну и 5. Все, больше не надо. Больше не надо. Мы уже теперь вообще не солим. Дальше половинку лимона выжимаю. Так, выжила пол лимончика. И вот здесь немножко поливаю. Так. Что теперь? Растительное масло. Масло растительное не колю, просто масло у меня рафинированное. Ну, приблизительно, думаю, ложечек 5. Раз, два, три, четыре, пять. Думаю, достаточно. Вот, если вдруг сейчас я перемешаю, будет маловато, я просто-напросто добавлю, вот и все. Так, и перемешиваем. Все, тщательно перемешиваем теперь. Когда перемешаем, будем пробовать на соль, на все специи, на приправки, как оно. Кому надо поострее, кому надо покислее, кому надо масла побольше. Можно еще, друзья, для баланса добавить... Ну, одну чайную ложку сахара. Я пока не добавляю, но сейчас посмотрю. Так, для баланса чуть-чуть. Как говорится, вот редька, видите, снизу, она уже сок дала. Все, тщательно перемешиваем. Все, я тщательно перемешала.
Попробовала на соль, все достаточно, мне не надо. Получился остренький. Поэтому смотрите, если вы хотите не острый, то вы ложите болгарский перец. Я просто хочу острый, поэтому я положила полугорький, целых 3 штуки и один болгарский. И еще, кроме 5 ложек масла, я добавила 2 ложечки масла. На лимон достаточно. Сахар я посчитала, что мне не надо. Получилось очень вкусно. Вот вы знаете, стою, мешаю, а у самой аж слюноотделение. Такая вкусняшка. В общем, вот такой вот салатик, друзья. Красивый. Смотрите, какой красивый и сочный. Потому что здесь свежий огурчик и перчик, и морковочка, и редечка, которая дала сок. Пробуйте, друзья. Очень-очень вкусно. Всем советую. И по цене он выходит довольно-таки бюджетным. На этом все. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока.